Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня тема нашего занятия – моделирование. И моделирование такой особенности, как выступ ягодиц. Вы знаете, что когда у нас выступ ягодиц у фигурки, мы должны вверху забирать лишнюю ткань. Это нам помогают сделать так называемые полурельефы. То есть это прямой шовчик, линия, которая ограничивается выступами ягодиц и не продолжается дальше вниз. Вот это все лишняя ткань, которую мы должны, по идее, разрезать посерединке и потом сшить. Расстояние здесь 2 сантиметра. Все подробности будут описаны подробно в книгах во всех моих про нестандартную фигуру, рассказаны на воскресной школе, которая будет работать с 29 марта, и для тех, кто не может дойти до меня ножками. И они также показаны на YouTube-канале в самом-самом начале. Ссылочку я вам постараюсь на это все дать. Ссылка будет в описании к этому видео. А пока мы имеем вот такие исходные данные. Но хотим, чтобы были не такие прямые палочки, полурельефы, а были традиционные, многими из вас любимые, вот такие вот рельефчики сбоку. Как же это нам сделать? Сделать это, на первый взгляд, кажется трудноватым, но это не так на самом деле. Посмотрите. Итак, что мы видим здесь? Закрываем, как всегда. Теперь уже вот так надо нам закрыть, да? Закрываем, как всегда, правую половинку спинки, потому что эта спинка перед нами лежит, да, линеечкой. Эта линия у нас вот здесь. И нам надо нарисовать вот такую линию. Я выбираю какую-то точку на пройме, но она у меня пересекает, вот начинаю ее рисовать, да, и она пересекает открытую выточку. А вы знаете, что в моделировании существует четкое правило. Если ваша конструктивная линия, в данном случае это моя, вот это вот мой вот такой овальный полурельефчик, если эта конструктивная линия пересекает открытую выточку, то нужно эту выточку сначала закрыть. А как ее закрыть? Мы не можем на бумаге взять и вот это все сшить. И тут приходит нам на подмогу такой прием моделирования, как временный разрез. Посмотрите, где и как я его буду выполнять, чтобы долго вас не мучить. Если я сейчас возьму и временно вот так вот разрежу свою выкройку, да, до моего рельефчика. Затем перегну пополам правую сторону рельефа, полурельефа, прошу прощения, да. Лишняя ткань у меня это два параллельных отрезка на расстоянии 2 сантиметра друг от друга. И я вот эти вот параллельные отрезочки, я их как бы аккуратненько складываю. И у меня остаются по факту только те расчетные талиевые выточки, какие у меня были. Видите, вот что у меня получилось. То есть та лишняя ткань, которую я планировала при построении базовой конструкции, я ее сейчас на верхней части своего изделия, я ее уничтожила попросту, да? Но зачем я это сделала? Теперь мне эта история позволяет взять и нарисовать тот овал, который я вижу в своем техническом эскизе. Вот так как-то, и вот так, допустим, я пойду. Ну, не буду я сначала пока обводить это все сильно. Вот так, вот так, вот так, вот так. Я рисую сейчас несущую сторону своего рельефа. Видите, вот так она у меня пойдет. Контрольную точку вот здесь выберу. А что я сделаю потом? А ничего, сейчас я могу уже просто вот это все разрезать. Так, давайте мы это сделаем с вами. То есть я нарисовала этот овальчик и по нему аккуратненько, спокойно вырезаю. Вот так я вырезала. Также мне очень удобно сделать сейчас здесь вот эту выточку. Она как была, так она и остается на своем месте. Я ее тоже вырезала и убрала в сторонку, да? Что дальше? Дальше. Здесь у меня что? Осталось кусочек талиевой выточки. Расчетный, в самой первой версии. Так, здесь у меня осталась плечевая выточка маленькая.
Я ее тоже оставляю жить на своем месте. Вот таким вот образом. Осталась у меня вот такая талиевая выточка. Пожалуйста. Вот так, да? И я возвращаю свою временный свой разрез. Я его снова закрываю. И вот посмотрите, какая картинка у меня рисуется. Давайте мы это с вами сделаем. И посмотрим, что потом получится. То есть, в чем? Какой еще прием мы сегодня с вами поняли и посмотрели? Для того, чтобы выполнить, казалось бы, невыполнимые какие-то вещи, да, на первый взгляд, достаточно всего лишь навсего сообразить и понять, что где-то нужно какую-то сделать какой-то разрез, какую-то временную. Это поможет нам. Он поможет нам решить нашу задачу. Ну и вот вы сейчас прекрасно видите, что у нас получилось. То есть мы видим с вами плечевую выточку, она осталась на месте. И мы видим с вами вот этот вот, вот эту фигуру, вот эту сложную фигуру, которая у нас получилась в результате. И лишняя ткань в области лопаток для такой фигурки, у которой преувеличена задняя выточка, нижняя, да, чтобы обеспечить вот этот объем, она у нас как раз вот сюда укладывается. Я не буду сейчас это все приклеивать. Я думаю, вам сейчас и видно, и понятно, все хорошо. Вы сами чувствуете, что вот эта часть, вот эту часть все можно разрезать на самом деле, оставив здесь сантиметровые, может быть, 1,2, 1,3, у вас получится припуски, да, потому что вот здесь открылось достаточно много ткани. И все. И вот эта история уже легко выполнима. Что тут нужно еще помнить? Еще тут нужно помнить, что прежде чем разрезать вот эту свою фигурку, мы поставили вот такую вот контрольную точку. И этих контрольных точек много не бывает. В данном конкретном случае я бы сделала еще вот на этом месте, прежде чем разрезать контрольную точку. Ну а здесь уже дальше проще. То есть там, где у вас есть овал, нужно разрезать. Когда вы доходите до ткани, выкраиваете с припусками потом свое изделие. По данным контрольным точкам и по линии талии, собственно говоря, тоже нужно ставить маленькие крохотные рассечки. Об этом я тоже обо всем вам рассказываю. Вот, собственно, и все. Что сегодня я хотела вам показать, времени на это ушло не очень много, но что ж, что есть, то есть. Задавайте свои вопросы, пишите письма, заходите в нашу воскресную школу, мы будем там строить вместе с вами ваши выкройки, какие вам нужны только, да, чтобы они сидели хорошо, и будем учиться точному, хорошему крою, потому что мне немножко досадно, что сегодня такая мода, что от точного, хорошего ручного кроя люди стали уходить. Вот эти вот все мешковатые формы, оверсайз, боха и прочее, прочее, они все-таки не украшают фигурку нашу с вами. Если мы умеем посадить свое изделие на фигурку так, любой формы, любого размера, чтобы у нас не было ни заломов, ни пузырей каких-то, ни кривых косых линий, ни провисания полочки, спинки, где бы там ни было, ни искажения нашей формы, то мы всегда выглядим, конечно, имеем преимущество и выглядим при этом хорошо и замечательно. Поэтому, друзья мои, учитесь хорошему ручному крою. Да, это не так быстро, как вам бы хотелось. Во многое надо вникать, многому надо придавать значение, силы, время. Ну, а что делать? Такова жизнь. Если хочешь чего-то достичь в этой жизни, без труда не вынешь рыбку из пруда, как принято было говорить когда-то. Поэтому, дорогие мои, до новых встреч. Желаю вам сохранять бодрость, оптимизм, веру, надежду, любовь. Всегда ваша Галина Коломейко. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Этим вы помогаете мне. Всего вам доброго.